Всем шалом, и вы на канале Dark Matter, и сегодня ко мне пришла самая долгожданная посылочка, имею в виду прям в прямом смысле долгожданная, потому что она ко мне шла 6 месяцев! Да, а еще есть моя с пальцами, чтобы многие просто говорили, что хотят видеть полностью поэта, поэтому вот вам мои гитарные пальцы, да, человек, который играет на гитаре, может показать свои ужасные пальцы. Что ж, давайте не будем медлить, я вам покажу, какая она огромная, просто, ребят, она... Карантин для такую большую посылку. Что ж, давайте не будем медлить и начнем распаковку. Я надеюсь, это тот именно пэт, потому что я и на Алике, и на eBay сейчас заказываю столько пэтов, что просто-напросто уже путаюсь. Так, давайте вытаскивать. Серьезно? Блять. 6 месяцев! Просто! Что? Охренеть! Блять. Ну, хотя бы у него голова красиво пропечатана, это меня уже радует. Сука. А, это полный трэш. Как на это реагировать просто, ребят? Когда мы сможем друг друга обнять. Еще он криво стоит. Не знаю, если вам видно, он криво стоит. Можно, конечно, какой-нибудь... Нет, повселен-то будет слишком палевно. Ладно, а на этом все, всем спасибо за внимание, удачи и пока.